Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Ясан, и сразу тебе с самого начала хочу сказать: запасайся чайчиком, запасайся кофеечком, запасайся какао, запасайся кока-колой. Почему? Потому что прямо сейчас мы продолжим делать работу Деда Мороза. Кто не помнит, я буквально несколько серий назад стал эльфом, русским, Russian эльф, хипстер. Goodbye, my friend, goodbye. А в чем заключается проблема? В том, что на это Рождество Дед Мороз разбился на своих санях и потерял все подарки. И я, как главный эльф Эдисон, хипстер, должен помочь Деду Морозу спасти все Рождество. В прошлой серии мы разнесли уже двум детям подарки, и в этой серии мы должны разнести еще двум оставшимся ребенкам подарки. И такая проблема, то что я пришел на склад подарков Деда Мороза, и тут, как мы видим, есть какая-то небольшая проблема. Меня здесь ожидают Ария ее зовут, и Джозеф. Привет. Это мне, да, подарок в этой серии? Печенька! Вот как раз таки кофейку печеньки не хватает, дай папа кушать. Что? Так, подождите, здесь какой-то... Да что ж-то такое происходит? Russian, я в прошлой серии уже говорил, I'm Russian, I'm from cold Siberia, вот, speak with me, Russian, stupid. А это ничего то, что в прошлой серии я ограбил вот этот магазин, и за мной гналась полиция всего этого города, а сейчас я такой возвращаюсь, как будто ничего не делал. Динь-динь-дон, мазафакер, привет! Извини то, что я ограбил твой магазин в прошлой серии, но мне нужны были вот эти гаечные ключи, чтобы отремонтировать свои сани. Динь-динь-динь-динь-динь! Ладно, не буду я тебя больше тревожить. Так, мне ну... Почему летающее стекло, я не могу понять. Может, мне подарок нужно вот здесь оставить? А кому мне нужно оставить подарок? Риана. Короче, подарок самой Риане нужно. Бриана, вот, Риана. I'm shine like a diamond. I'm shine like a diamond. Ну, вот эта песня Рианы. Не знаю, вряд ли кто-то ее слышал, но ничего страшного. А, Риана вот здесь живет. Подскажите, пожалуйста, мистер сова, реально сова. Здесь сова. Мистер голубь, подскажите, пожалуйста, где Риана? Да ты еще лысеющий голубь. Подскажите, где Риана живет? А, все, я понял. Извини, пожалуйста, я не знал то, что мне на лифте нужно подняться. Так, открывай. Риана дома? Нет, значит, я ее просто так оставлю здесь подарочек. И, но перед тем, как я оставлю ей свой подарочек, вот этот, мне нужно взять кое-что взамен. Я же все же мелочный, вредный хипстер-эльф, поэтому я взамен возьму машинку на радиоуправлении и оставлю ей вот этот подарок. У нее здесь карандаш и тетрадка. Хорошая работа, хорошая. Спасибо. Все, давай отправляемся домой. Последний город. Мы находимся в последнем городе. И мне нужно доставить подарок Глории. Галя, называйте, пожалуйста, людей своими именами. Здесь написано Галя. Галя! Здесь Каспер. Каспер. Тайлер. Джен. Пат. Я время могу останавливать. Смотрите, снежки в воздухе застыли. А здесь... Помогите ребенку! Ребенку помогите, вызовите МЧС! У него здесь голова в снегу застряла, мне кажется, у него там уже обморожение носа 39 стадии. Вызовите! Да вытащите ребенка! Вытащите ребенка! Если с ним что-то случится, это будет по вашей совести. Хипстер эльф здесь ни при чем. Я вообще ни при чем. Не понятно. Опа. Привет. Как тебя зовут? А, в смысле, я думаю... Алло! Поехали! Иго... Ты рада-да! Иго-го! Иго... Лама какая-то нерабочая! Лама! Ты что ли? Ты как... Ты... Оп, все. Лама, поехали! Поехали! Лама! Лама! Вперед! Вперед! Опа! Эльф-хипстер, да еще и живодер. Зато ковер с ламы выпал и сундучок. Как это может быть не прекрасно? Галя здесь живет! Галя! Галя! Так, где Галя? Нет, здесь тоже Галя. Нет, здесь тоже не... Есть кто-то... Здесь есть кто-то, кого зовут Галя? Нет, спать не нужно. Опа!
Нет, я ничего воровать не буду, я хороший эльф, хороший. А пока эльф хипстера ищет дом, где же живет Галя, ты можешь посмотреть предыдущую серию наших приключений и поставить лайкусик на эту серию, потому что если ты хочешь продолжение, если ты рад то, что на моем канале в данный момент выходит по 2 ролика в день, дай мне знать, я обещаю то, что я продолжу выпускать по 2 ролика в день, если ты, конечно, будешь ставить лайкусики. И предыдущая серия прямо сейчас, надо мной появится подсказочка на счет 3, давай. Раз, два, три, смотри и узнавай, как мы рассылали подарки детям в предыдущей серии. И про лайк не забудь, потому что это самое главное. А сейчас Галя. Ребят, я не знаю, где живет Галя. Здесь школа, да? Здесь школа. Почему дети не в школе? Почему дети на улице себе отмораживают одно место? Точку G. О, вот Галя. Дом Гали. Ага. Все верно? Вроде все. Я надеюсь, что Гали нигде здесь нет, она не запалит, потому что к ней в дом пришел эльф-хипстер. А где Глория? Она не в кровати. Где Глория? Ты, пум! Какая Глория? Галя! Где Галя? Галя потерялась, она не в кровати. Кто орет? Кто фукает там? Алло, кто помирает? Вызовите ветеринаров! Здесь кому-то плохо. Тебе? Динь-динь-дон, динь-динь-дон, динь-динь-дон. Вы не слышите? Вызовите зоопарк. Какой зоопарк? Мне кажется, я запорол всю... Во-во-во-во-во-во, я куда-то смотрю. Кто мне в лицо плюнул? Это лама должна была быть, скорее всего, та, которую я убил. Да... Что это за место? Куда я попал? Что? Мы что, в пилу играем? Давай поиграем с тобой в игру. В игру давай с тобой поиграем. Но я не хочу с тобой играть в игру. Дай мне выбраться. Мне детям нужно подарки достать. Кто? Что за... Куда я попал? Так! Кем бы ты ни был! Выпусти меня отсюда! Так, туда я не могу зайти, там елка какая-то. У кого есть предположение? Кто там? Кто там? Кто там? Код, код, код! Ордер 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А что, что? Я не понимаю, что происходит! Подождите, пожалуйста, сейчас я кого-то выпущу, кто там кричит! Куда я по... Это Гринч, 100% это Гринч! Вот Галя! Галя! Галя, я подарок тебе принес, я дома оставил, там кто-то тебя похитил, так же, как и меня. Галя, убегай! Не за что, Галя, давай, давай. Так, она сказала то, что ее кто-то здесь закрыл. Это Балтазар! Мы забыли про этого мальца! Кто не помнит эту страшную, зловещую историю? Несколько лет назад Рождество сорвалось из-за одного... вредного мальчика. Его звали Балтазар. Он обиделся и сейчас мстит всей вселенной. Из-за того, что он не получил свой подарок. Мне нужно найти какой-то код для того, чтобы открыть двери. Подождите, может мне нужно вот это... Опа! Б! 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 Есть Джей, есть G, подождите. Есть G, есть B. Я нахожу опять какие-то листочки. Может мне книгу вот эту сразу нужно поднять? И здесь будет какой-то код? Спускайте за собой воду, пожалуйста, месье. Вроде уже такая взрослая девочка, а воду за собой спускать не умеет. И здесь тоже нужно спускать. Опа, я... Кто? Вы извини, пожалуйста, вы не видели здесь... Опа! Так, ага. Не надо сжигать елку! Не надо... Месье Лама. Что за дичь? Что происходит? Ну, я уже имел дело вот с такими плюватыми, как вы. Да, уже кто-то из вас плюнул мне в лицо однажды. Посмей только ты плюнуть. Давай! Давай! Хватает тебе силёнок сразиться со мной! Давай, да, плюнь, давай, плюнь! О, плюнул! Реально плюнь! Ты сильным себя почувствовал! Ты, слушай, ты хватит плевать меня! Хватит плевать! Иди сюда, иди сюда! Ты что? Ты думаешь, я плевать не могу? Иди сюда. Не, ты смотри только на него. Опа! Так, подождите, с него же выпал еще какой-то подарочек. Эй, не, подождите. G, B, E.
Может, это алфавит, я не могу понять, только это английский алфавит. A, B, C, D, A, B. Подождите. A, B. A, B, C, D, E, F, G. Ну хорошо то, что я алфавит хотя бы знаю. Вот. Но что-то оно... Не, подождите, может наоборот вот так? Вот так. Да! Я на сам... Алло... Так, меня выпустили. Меня выпустили. А что мне дальше делать? Я иду. Я иду, иду, иду. Кто меня там зовет? Это все Балтазар. Он меня заманил в какую-то лаву. Кто меня звал? Ты меня звала? Спаркл, как тебя зовут? Все, давай, следующее место нам нужно. 5 минут спустя. Опять какие-то проблемы с Балтазаром, честное слово. Так, подождите, я потерял свой колокольчик, который мне подарил Санта в первой серии. Мне нужно его как-то вернуть. 27 минут спустя. Давайте сразу 60... Ёшкины матрёшки! Балтазар! Выключите... Балтазар, да... Мы... Ой, куда я упал? Подожди, Балтазар, я... Да подожди, подожди, не смейся! Подожди, подожди. Все, я тут. Я тут. Балтазар! Не будь злым ребенком! Подожди, я опять чуть не упал. Что ты планировал? Сейчас мы посмотрим, как Рождество умирает. Балтазар, не смей! Балтазар хочет, чтобы Новый год сорвался. И все. Меня опять... Меска... Да хватит смеяться! То есть... Ёханый баба! Это все. То есть, я проходил эту карту 2 серии для того, чтобы Балтазар закрыл меня в тюрьме и убил? И взорвал все Рождество? Так это, походу, он Санту того самое. Это Санта из-за него упал с саней и сорв... А что дальше? После респавна. Алло. А после... Где я? Это на следующее утро? Подождите, там мама зовет, чтобы я... Мама! Мама горит... Мам, привет! Печенюшки! Можно сесть покушать, пожалуйста? Смотри на странный подарок, который она нашла рядом с нашим домом. Так это же вот эти самые... Это же тот колокольчик. Это же колокольчик, который я потерял. Подожди, а я сейчас как будто за какого-то другого персонажа играю, да? Мам, мам. Опа, оп. То есть... Эльфа-хипстера убили. И он потерял свой колокольчик. А нет, или подождите, или это все был сон, и я проснулся, и все было нормально. Так это сон был, подождите. Ребят, какие у вас предположения? Какое у тебя предположение? Я проснулся и начал играть за другого персонажа после того, как меня убил Балтазар. Балтазар. Или же это все был сон? За это нужно выпить кофе и подумать хорошечно. А ты, если хочешь продолжение, точнее, если ты хочешь больше новогодних карт, если хочешь зарядиться новогодним настроением, дай мне знать. Если ты поставишь лайкусик прямо сейчас, если ты подпишешься на канал, и если ты нажмешь на колокольцы Деда Мороза, чтобы никогда не пропускать уведомления о моих новых роликах и стримах, я обещаю, что выпущу следующую серию. Я тебе скажу огромнейшее спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.